бывает, а русские, ну мало. Вот так вот заявил играл Миллер, опаснейший момент возникает, но рикошет добивание и спасает Сволькина налево. Хороший перевод, рискованно проходит передачи, есть оперативный простор, пас можно пробить, скидка, удар не, по, не проходит этот самый удар, потому что у нас довольно большое количество уже зрителей. Момент опасный, удар по воротам с левой ноги. Александра Самородова. Автор гола. Здорово открыл, здорово в Казани приправил мяч. Ответ Нидерландок. Удар опаснейший. Без... Отличный пас налево. Никитина. В середину убирает. Бьет по воротам. Мяч штрафной. И рикошет опасный. Сейчас метровый пенальти. Он же дабл пенальти называется. Поэтому момент еще опасный. Гасимова так играет. Добивание его. Ответ удар по воротам. Рейзман. Он в Казани обрывается. Решила принять передачу Самойлова, и по итогу ее накрыли. Это перехват, удар по воротам. Классная игра в стенку. Не удается сразу же убежать по бровке. Какой обыгрыш, Никитина, забивать надо такие моменты. Из разных стран смотрит опасно, это может возникнуть, почему не пробить удар по воротам. И это было действительно здорово. Матч ее также завершается, никаких там овертаймов и так далее. Удар сдали дистанции. На месте. На месте. Отдает на Никитину Елизавета. Опаснейший момент уже у России. Пас направо. Ответная передача в касание и заброс. Длинная передача. Удар головой в падении красный. Хороший заброс уже от россиянок. Момент еще удар.